В рамках поддержки альбома на части в наши края заехали громкие башкирские парни группа «Люмен». В одном из ночных клубов Алматы коллектив представил новую концертную программу. Мы уже посетили с этой программой 35 городов. Ой, нет, 33 города, 35 концертов было. Сейчас у нас просто продолжается тур. Больше 20 будет в этой части, в весенней. В начале прошлого года группу было не видно и не слышно. Музыканты заперлись в студии. Первая половина их альбома на части вышла в свет в сентябре прошлого года, в то время как вторая еще ждет своей очереди. Часть уже материала записана, и нам осталось буквально там еще часть определенную, большую часть записать. Как только мы закончим тур в поддержку первой половинки альбома, сразу начнем заканчивать все со второй. Музыканты очень ревностно относились к тому, чтобы их свежий материал не проникал в сеть, и попросили не снимать концерт. После выступления в Алматы «Люмен» отправились на север и порадовали карагандинских фанатов своего творчества.